продолжение темы переноса вылетов. К нам в редакцию стали поступать истории о том, как из-за обострения ситуации на Украине под угрозой оказались деловые поездки. Своей историей с нами готов поделиться Михаил Чернышов, старший педагог сети проекта «Твоя группа». Михаил, здравствуйте. Ну, для начала, я думаю, важно узнать, да, что была за деловая поездка и где вы, собственно, сейчас застряли, как с размещением обстоят дела. В общем, расскажите нам вот про эту ситуацию. Ну, все очень просто. У нас было... Сегодня мы как бы планировали... Нет, завтра у нас открытие филиала в Краснодаре. Вот сегодня у нас подготовительный этап. Финальные, да, так скажем, завершающие все элементы по ремонту и по подготовке помещения. Вот. Также сегодня к нам должен был прилететь коллега из Перми, основатель проекта. Вот. Но в Москве он получил информацию, что с рейс самолета он отменяется, да, то есть авиасообщение закрыто. Вот, собственно говоря, ну и мы тоже получили информацию, что на ближайшее время... Но все авиасообщения не отменены. Угу. Как с размещением обстоят дела? То есть где вы сейчас проживаете? Ну, проживаем мы на съемной квартире, собственно говоря. У нас есть где разместиться, поэтому с этим проблем не возникло. Угу. То есть какие-то убытки понесли вы из-за вот нарушения, скажем так, ваших планов? Пока что мы никаких убытков не понесли. Единственное, что нам пришлось экстренно, так скажем, немножко менять свои планы в связи с должностными функциями, да, которые распределены на команду, которая открывает филиал в каждом городе. Вот. И Андрей, который должен был прилететь, у него определенные свои, так скажем, есть функции, да, при открытии, и эти функции легли на наши плечи. Как вот вы считаете, если порассуждать, просто ранее эксперты РБК Пермь говорили, что у пермского бизнеса не должно возникнуть никаких проблем, даже если конфликт на Украине будет, то сейчас вот действительно же многие деловые поездки оказались под угрозой? Ну, мне кажется, так или иначе все это будет связано, да, то есть, ну, просто это обусловлено курсом рубля, то есть, ну, так или иначе это косвенно коснется. Но напрямую, но вот пока вот мы не заметили каких-то трудностей. Угу. Спасибо вам огромное. Это был Михаил Чернышов, старший педагог сети проекта «Твоя группа». Ну и мы обсуждали, с какими трудностями столкнулся пермский бизнес, который буквально застрял на юге России. Ну а я хочу сейчас обратиться к нашим зрителям. Если и вы, и ваши знакомые из Пермского края также застряли на юге России, где закрыли аэропорты и задержали рейсы, расскажите эти истории нам. Напишите нам в телеграм-канал. QR-код сейчас на ваших экранах.